Сотрудников библиотеки имени Пушкина коронавирус не пугает. Все свои наработки и мероприятия они перенесли в интернет. Теперь юные читатели смогут на расстоянии участвовать в интерактивных мероприятиях библиотеки. Мы решили, что наше обслуживание, онлайн-обслуживание читателей, мы превратим в такое необычное, наверное, мероприятие для наших читателей. То есть в течение всей недели, включая субботу, воскресенье, мы будем предоставлять нашим читателям какой-то интересный контент. На протяжении 7 дней сотрудники библиотеки будут общаться со своими читателями дистанционно. Каждый день ребята будут узнавать для себя что-то полезное. Они примут участие сразу в нескольких направлениях: экранизация, библиоэкспонат, мастер ок, книга у микрофона, прокачай мозг, зато читают, телепортация. Прежде всего, конечно, мы будем говорить о чтении, поэтому один день в неделю мы будем посвящать громким чтениям, потому что мы прекрасно понимаем, что сегодня родители, которые больше времени будут проводить с детьми, имеют больше возможностей для того, чтобы с детьми почитать. А о громком чтении, о том, что важно читать вслух, мы постоянно говорим родителям, потому что это действительно очень важно. Мы будем давать варианты текстов, которые можно почитать. Мы будем предлагать собственное прочтение каких-то произведений для того, чтобы показать, что это очень интересная форма работы. Принять участие в акции может любой желающий. Всю информацию сотрудники библиотеки выкладывают в социальную сеть ВКонтакте либо на официальный сайт. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24.